Барабанщики, ходулисты, жонглеры. В микрорайоне Подрезково большой праздник открытия нового парка. Этого ждали многие химчане. Очень здорово появилась зона для прогулок с маленькими детьми. Очень здорово. Отлично, хотя бы есть где с детьми погулять и вообще отдохнуть на выходных. На открытие пришли сотни химчан. Глава городского округа Дмитрий Волошин, представители администрации, депутаты Московской областной думы и почетные гости. Подрезково – один из самых крупных парков в Химках, который построили за 2 года. 6000 жителей Подрезково обратились к нам, чтобы мы построили парк, потому как в микрорайоне не было ни одной зоны отдыха, где можно было банально выйти с ребенком прогуляться, прокатиться на самокате или велосипеде. Поэтому этот вопрос стоял очень остро. Вспомните, ведь это короткий срок, всего лишь 2 с небольшим года. Этот несчастный карьер превратился в великолепный парк. Но дальше самое главное, дальше сохранить, развивать, беречь. Площадь парка внушительная, 12 гектаров. Раньше здесь был пустырь, теперь современная зона отдыха, где каждый химчанин найдет занятия по душе. Я житель Подрезково. Я от лица всех мамочек, от лица конкретно нашего дома, Первая лесная, дом 6, хотела поблагодарить Воробьева Андрея Юрьевича и Волошина Дмитрия Владимировича за реализацию этого проекта. Парк обустроен гармонично, состоит из нескольких частей. Зона активности и расслабления, соединенные родником. Вся инфраструктура есть. Воркаут, скейт-площадка, мини-футбол, даже гриль-домики для пикника. Здесь замечательная смотровая площадка, где можно смотреть, как садятся и взлетают самолеты. По-моему, это очень здорово. Моя дочь уже все оббегала, и ей понравились абсолютно все зоны. Абсолютно. Начиная с одной группы, ну это мы так по-взрослому начинаем, а мы когда первый раз сюда вошли, она говорит: какие ворота! Так что прекрасный парк, хорошо сбалансированный. Аквагрим, аниматоры, диджей, самые разные мастер-классы на любой вкус. В качестве подарка выступление творческих коллективов и известной российской певицы Ирины Салтыковой, которая зажгла танцпол. Самый восторг у детей и их родителей – игровая зона на высшем уровне. Зона нравится очень для деток. Зона отдыха, вот где на скамеечках можно отдохнуть, когда ребенок спит, тоже прекрасно. То, что можно приобрести кофе – вообще замечательно. Все нравится. Площадка детская хорошая, сцена. Супер, хороший, да. Все новое, прекрасно, замечательно. Парк теперь официально открыт и будет работать для химчан каждый день. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Николай Забродин. Служба новостей.